Стрим, что ли, смотрит Сайлос? Как он меня нашел, я не понял. Ты что за херня сейчас была? Как меня Сайлос нашел, я не понял. Надо будет пересмотреть этот момент. Чисто рандомно зашел на бот и нашел меня в кустах? Не верю. Хороший ганг. Отличнейший ганг. Лучший просто. Сразу видно, мой лесник.
Ой. Ну как ты не попала этой ешкой? Ну как так? Попала бы ешкой, мы бы убили Сайлоса. А, ты лагаешь? А, ну тогда понятно. Тогда понятно, как ты не попал. Вопросов нету. Просто жесть какая-то, там Сайлос очень хорош. Очень хорош Сайлос. Тысяч раз лесник на бот зашел за 14 минут. 50 тысяч раз. Вот мой лесник. Приятно познакомиться. Добрый вечер, Вадим. Как настроение? Да такое, как и вчера. А у тебя?
Найс, я дракона танчу. Зачем Джакс туда залетел? Блин, такой бред. Ясно. Как игры вообще не идут. Вообще не идут игры. Я вот подумал снова в РАМ вернуться. Вообще не идут. Либо на другой сервак пойти играть. Ну да, да, конечно же, Милео подойдет. Конечно же, он подойдет вовремя. Конечно же, подойдет вовремя Милео. Когда я начну с ней один на один размениваться. Я не ожидал другого исхода, если честно. Конечно же, подойдет Милео. Отстойные катки. Привет. У вас метель, а у нас плюс 10, плюс 12. Нормально, да?
сколько раз можно было убить Кейтлин и Миллиона Ботти, если был бы норм лесник? Сколько раз? Мне кажется, очень много раз. Мне кажется, очень много раз их можно было на боте закрыть. Пойду лесничить. Лес наш и все. Почему тут был этот маленький камень из прошлого, еще типа реса был? Почему он не умер? Да, у меня пипец неона полно, реально все в неоне в комнате. Горит все. Я же сделал новую эту подсветку. Да, она типа регулируется через интернет. Ну, короче, маленький контроллер, который управляет этой светодиодной лентой, подключается к Wi-Fi. И ты уже через браузер, либо через приложение на телефоне, которые тоже, в свою очередь, подключены к одному роутеру, можно управлять там разными, ну, цветами, яркостью, режимы разные. Прикольная тема. Китайцы молодцы. Откуда я заказывал? Ну, я по частям все заказывал. С Алиэкспресса. Ленту отдельно заказал с Алиэкспресса, потом заказал контроллер отдельно с Алиэкспресса, потом заказал плату, которая понижает напряжение от, ну, короче, из 20 вольт делает этот, тут лента сама по себе потребляет 5 вольт, у меня блок питания на 20 вольт. Вот, и нужна, короче, плата, которая будет это напряжение понижать. Нужно вообще, типа, 5 вольт и 14 ампера. У меня только 5 вольт и 4,5 ампера. Ампера — это сила тока. То есть нужен еще более мощный контроллер, чтобы эта лента еще сильнее грела. Представляешь, типа 15 ампер, это как она сильно будет гореть? Это же вообще жесть. Это реально можно весь дом в неоне просто покрыть этим светом. Хочешь сам, а ты умеешь как бы пользоваться там? Ну, ты можешь готовое купить, в принципе. То есть ничего как бы не надо паять там, это я все как бы сам собирал, спаивал, ленту наклеивал на орг стекло прямоугольное.
на прямоугольный урок стекло наклеивал, чтобы оно все было на одном, ну, в одном месте. То есть я не расклеивал ленту по всей комнате, просто в одном, на одном куске наклеил ее. Как плафон такой. Потом счетчик за свет. Да нет, она много не кушает. 5 вольт — это немного. Это очень мало. Это как зарядка для телефона. 5 вольт. Утром. Я в 10 часов утра проснулся. Уборку в доме делал. Да, я, по-моему, днем подрубал, я одну игру, по-моему, сыграл и все. И ушел. Никого не было. Будет ли сегодня какой-то фильм? Я думаю, да. Что-то посмотрим. Не знаю, правда, что. Будем опять полчаса искать. Ну, я буду искать полчаса, чтобы посмотреть. Но вчерашний фильм нормальный был, интересный. Не всем он, правда, понравился, но и, ну и хрен с ним. Всем не угодишь. Всем не угодишь. Блин, мне вчера еще вот этот вот момент с кровью, блин. Мне реально вчера так плохо стало. Я думал, ну, блевать буду там. В обморок упаду. Бред, короче. Ненавижу у себя этот недуг. Не знаю, как от него избавиться. Концовка не понравилась. Да, мне тоже не понравилась концовка. Ну, сам фильм ок, но концовка, да.
Перенапрягся? Да нет, у меня просто... Ну, это не фобия, я не помню, как точно называется этот процесс. Неприязнь крови, не знаю. Гомофобия, по-моему. Ой, не гомофобия. Не помню, как она называется. Доминик, не хочу. Хочу пушку. Лопать у меня будет всех Джакс. Я полностью доверил эту игру ему. Чтобы он ее как бы на соло выиграл. Вручил победу Джаксу. Процесс победы Джаксу. Пусть он тащит, а я буду чаек попивать. В лесу у него. Я свин. Да не, там Джакс. Джакс сейчас убьет всех. Я вам не нужен. Вам нужен Джакс. Он сейчас ультанет и всех убьет. Don't worry. Ай-яй-яй-яй, Джакс не убил всех. Это не свинство, это стиль такой, да. Человый стиль. Сейчас Джакс реснится 20 секунд, он отдефает. Давай, Джакс. Из-под тыла запрыгиваешь, ультуешь и убиваешь всех там. Я в тебя верю. Как тебе саппорт? Саппорт великолепный. Я в восторге от Нико. Жаль, что Джакс попался. Не такой, каким хотелось бы его видеть. От Джакса я не в восторге, а вот от Нико. Саппорт, боженька.
Мне кажется, или ко мне сейчас кто-то придет. Рофлишь? Нет, не рофлю. На полном серьезе. Тащи, Джакс, 18 киллов уже нафармил, давай. Выиграл эту игру для меня. Ну, а на самом деле саппорт полная помойка. Ну, она предупреждала, что она плохо играет. Вот, я ничего ей не говорил. А вот сейчас сказал. Саппорт полная пробка от ванной. Полнейшая пробка. Какой, а на каком ранге кто? Пробка? Не знаю. Выйдем, посмотрим из катки. Зачем сдерживаться? Говори так, как оно есть на самом деле. Без привлечения. Саппорт пробыка. Thank you.